Ну что, привет-привет. Мы с вами в роскошном кафе в плане интерьера. Ну и кофе тоже непогано. Так как ушли люди, мы красивенько снимем интерьер и ознакомим вас с ассортиментом. Это возле здания Сапфир. Ждем нотариуса, адвоката, чтобы они завершили свою работу, так как тут есть люди, мы не будем их снимать, а просто посмотрим, что у нас есть помимо кофейку. Ну вот так. А вообще я очарована интерьером и чудесной хозяйкой Фани. Сейчас мы выйдем и покажу, как это выглядит с улицы, чтобы вы понимали, где можно найти эту красоту. Вот так. Мы вышли на внешнее патио. И вот видите, как называется. А вот деловая часть этого места. Ну, я надеюсь, вы поняли, где что, как и куда. А теперь мы узнаем, что почем. Ну все. Обнимаю вас красивой любовью. Чао-чао, мои прекрасные друзья.